Казань в годы войны обеспечивала фронт боеприпасами, оружием, снаряжением и продовольствием. Около 700 тысяч уроженцев республики ушли на фронт. Один из них – герой Советского Союза Борис Кириллович Кузнецов. 2 октября 1943-го участвовал в форсировании Днепра. Под огнем противника сержант переправился через реку на самодельном плоту и установил линию связи. Во время боя, несмотря на 2 ранения, герой оставался на боевом посту и поддерживал работу линии. Спасибо, Борис Кириллович. Казань. Спасибо за победу!